Всем привет. Значит, я в одном из своих видео рассказал, что моя стратегия такая, что покупать, стараться покупать по максимуму, да, все. То есть, если мы не можем купить квантовый компьютер, можно покупать, допустим, несколько. Бывает лучше купить серверов ВКонтакте там или что-то попроще. Да, но хочу сделать важное замечание. К примеру, я курсор тоже покупал. Теперь смотрите, сколько у меня стоит курсор, да? Вот. Ну, это вообще фигня, которая приносит 1/1000 в секунду, да? Вот. То есть срок окупаемости вот этого курсора, я посчитал, будет там, по-моему, 5 дней, что ли. Сейчас мы с вами посчитаем. То есть 516, 132 мы забили, да? Значит, это у нас получается 516, 132 секунды понадобится, чтобы отбить этот курсор, да, что у нас как бы оправдается. Вот. Значит, делим на 60, получаем количество минут. Так, делим еще на 60, получаем количество часов. Делим на 24, получаем. Ну, вот если я все правильно посчитал, у меня получилось 6 дней. У нас отобьется этот курсор по этой цене. Я не знаю, есть ли смысл покупать его по такой цене, вот, чтобы он отбился через 6 дней. В принципе, в долгосрочной перспективе, да, но он будет очень мало как бы приносить. И стоимость его вырастет, опять же, на 77%. В следующий раз как бы он будет уже отбиваться еще дольше. Вот. Поэтому, наверное, нужно все-таки постепенно исключать вот эти самые дешевые, да, вещи, которые как бы, ну, очень длительный срок получается у них как бы действие их, да, то есть придется, ну, 6 дней ждать, да, чтобы он отбился. Вот. Такая вот логика. Ну, каждый сам решает, конечно, как ему, какую тактику использовать. Вот. Ну вот я решил, что, наверное, такое не очень правильно. То есть больше я не буду. Вот курсоры я уж точно исключаю. Вот. Мы можем посчитать, к примеру, срок отбивки. Видеокарты, да? То есть она. Так, запоминаем. 1 272 001. 1 272 001. Да. Вот за такое количество секунд мы заработаем 3. Делим на 3. Так. Делим на 60. Делим на 60. Делим на 24. Ну, это за 5 дней отобьется, да? Вот. Поэтому, ну, не знаю. Ну, да, в принципе, уже тут практически все, наверное, так будет близко. Вот. Ради интереса можно посмотреть, сколько будет отбиваться квантовый компьютер, да? Сколько он стоит? 83 507 927. Я не запомню.